В этом году вступили в силу изменения в законе о регистрации недвижимости. Теперь все сделки с долями требуют обязательного нотариального удостоверения, даже если эти доли выкупает один из собственников. Исключение составляют лишь участки сельхозназначения. В таких сделках удостоверение нотариуса не требуется. Все детали регистрации права собственности на земельный участок жители могут выяснить, позвонив на горячую линию в Росреестр. В управлении по Самарской области их организуют регулярно. Звонки принимает непосредственно начальник отдела. А если нужны дополнительные разъяснения, есть личный прием. Собственники зачастую не следят за изменениями в земельном законодательстве и при разделе или объединении участка сталкиваются с проблемами. К примеру, некогда человек получил участок под жилищное строительство и сад. Позже изменил зонирование территории, и строить здесь дом или выращивать яблоки по документам уже нельзя. Сносить дом никто не будет, пока земля полностью используется по первоначальному назначению. Использовать вы этот земельный участок без преобразования, пожалуйста, можете, потому что градостроительный кодекс предусматривает эту возможность. Но вот, скажем так, преобразовывать его, делить уже можете только по новым правилам. То есть выбирать тот вид разрешенного использования, который предусмотрен зонированием. Также в Росреестре напоминают собственникам земли, важно использовать участок по назначению. Если на территории, предназначенной для садово-дачных посадок, построят кафе, собственникам выпишут штраф от 10 000 рублей. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов, «События».